именем покойного артиста назовут сквер в северной столице. Соответствующее постановление было принято правительством города. Знаменитого артиста чествовали еще при жизни, Кобзону присваивали звание почетного гражданина в 29 городах. Сегодня свой вклад в увековечивание памяти Иосифа Давыдовича решили внести городские власти Санкт-Петербурга. Как стало известно «Коммерсанту», безымянный в данный момент сквер на проспекте Луначарского недалеко от администрации муниципального округа Шувалова Озерки получит имя Кобзона. Соответствующее решение было принято топонимической комиссией. Ведомство приняло и другие решения. Так, в городе появятся скверы Адмирала Дрозда на улице Чапыгина, сквер Мельникова, Каменноостровский проспект, а также сквер Бамовцев, Суворовская улица. Отметим, что навсегда поссорившийся с лучшим другом Кобзон был не только артистом, но и политическим деятелем. С 1997 года он заседал в Государственной Думе, голосуя за законы и представляя партию власти.